Подожди, тут сказали, надо контроль разума вытащить. Я сейчас его найду, подождите. Да, давай, находи. Так, Альфари, Суслятинка, Джаспанк, Сержик, Баш, Джерри. Ой, что ты там вытащил, никому не интересно. Слова моей подружки. Ха. Кто не оценил? Чё там? Дайте лапу и пристабав, пожалуйста. Сержик, останься в комнате. Надо баф плюс 5 крита. Давай воспишите. Раз, два, три, четыре. Шесть. Войд, бафни, пожалуйста. Калк, ты в комнате. О, нет, блядь, не в комнате. Повесь, пожалуйста, в тоннель. Звездочку кого надо контролить. Я сейчас покажу тебе. Подожди. Так. Да, вон, Води, ассист на тебе, ты покажешь, кого контролить. Погнали, бейте моба. На последней секунде сменил шмотки. Жесть, да? Ты ПМ прочитал? Да, и, пожалуйста, следите за своим агро, мобы станет танка на 9 секунд. Я черепок поставлю. Кто-то не вошел. Фламба за дверью. Минус кроллу. Вправо сместились. Влево. Вправо сместились. Черепок поставлю, его не бить. Танк. Да, блядь, стан дает. Ну да, там стан на 10 секунд. Три моба дает. Это контроль. Периодичность 2 секунды. 10 секунд стан, прикиньте. Ты минишь не гоняй, да? Не работает здесь такие приколы. Это все миф. Контроль, черепок. Вы сбиваете его, кажется. Неправда. Что, неправда? Ну, контроль, пытайся. Если только не ходить, типа, им. Пробуй им прыгать. Прыгай. Ты контроль его? Да контроль, он скидывает. Скидывает? Но скидывается сразу, блин. Не может такого быть. Почему? Стой, я делаю? Смотри. Что-то вас пошибает сильно. Ну, это чемпион этот в рейде, потому что стоит. Все, стоим на месте. Да не бегай. А, теперь я вспомнил, что я Сержика хотел в комнату взять для БР. А, бессмертие, да? Нет. Чтобы хардмод убить в 25, но хотя бы начинать фазу вторую. Надо ждать. Что-то не получается, он с контролем сейчас нас опять пошибет. Да я говорю, что я контролю его, но он... Паладины, которые здесь вот выходят... Так, этот, давайте чемпион. Уходим все на дистанцию, сейчас будет хардмод запускаться. Так. Трэш добивайте. Сейчас он нормально зашел. На дистанцию, пожалуйста, РДБ. LG, выйди на дистанцию. Скарлетт, забирай босса. Скарлетт, забери босса. Убожество. Сейчас будет еще один дисбаланс. Скарлетт, прожимайся сейчас. Прожмись. Animal Jazz готовься забирать. Там бар еще есть. Ну, кто-нибудь. На Скарлетте дебаф, пробуйте забрать. Сейчас будет рост 5 секунд. Ждите, молимся, верим, надеемся. Суслятинка, Сержик, вы близко стоите друг к другу. Даю рост. Пожалуйста, Second Soft SS на Скарлетт. Сейчас будет дисбалансирующий удар. Скарлетт, забери босса. Фейл, поднимай 100 грамма. Фламба, подними, Баша.
Я Вайдаф поднимал. Сержик, подними Баша. Сейчас еще будет дисбалансирующий удар. Муба по контроль. Оливерка. Да я контролю. Малджаз, забирай босса. Ах, да. РДД лучше поднимите. Фога подымай. Нет, тут это РДД. Фога подыми суслятинку, если ты еще его видишь. Ох, Скарлетт, готовься. Забирай Animal Jazz со Скарлетт. Сейчас будет дисбалансирующий удар. Скарлетт, забери босса. Скарлетт, забери босса. Господи, неужели мы сделаем хардмод? Смотрите, ребят, идеальное убийство босса практически, да? Почти никто не умер даже. Можно делать и в 2, и 6 КГС, да? Стоит отомстить за нас всех. Это если бы я Вайда не бернул, мы бы не сделали. Готов помочь вам. Вы должны победить. С аурой ачивку сделали в итоге или нет? Да. Нет. Нет. Что ж ты так мне? Валанир. Валанир сказал вал. Все, теперь, ребята, можно расслабиться. Все сложные боссы позади. Привет, дайте. Да, Дезерона и йога без смертей. Ну да, йога без смертей. А, ну там плюс 0, да? Покоритель, пойду сдам квест. Вы пока насладитесь комнатой со Фрей. Мы сейчас на кого? Прея. На... Прея. Ну, знам квест. Блин. Бутерболту? Да. Пойдем давай. Вытаскивай большого. Такая. Такая, вытащи большого. Не входи. Сейчас будет точка, из нее надо выйти. Выходите. Так, наверное, считал 7 человек в комнату. Что делаем?
Убили трэш? Боешка где-то в трэше валяется. Боешка? Боешек нету, по-моему. Где? Там линковал вон код. Можете меня самонуть? Или там ты будешь? То я пока бегу. Показывай боешку. Кто ее обнаружил первым? Это сокровище. Профлудил и нашел, это разные вещи. То что? Профлудил и нашел, это разные вещи. Но он добился своего. Давайте покушаем рыбу и загоним эту... Опять этот ГМ адептов входит. Кушите рыбу. Бывший ГМ. Идет. Прикинь, она сейчас дойдет до нас и сагрится. Ну вот это там сагрилось, интересно. Танцы под босса. На ключи отходите, появляется трэш, большой дрянь, его убиваем. Трэш этот не бить, не бить, это трэш, бейте босса. Все боссы только вливайте, не надо лужи кидать. Деревце сзади слить. Давайте встанет под грибы, если они тут сейчас будут расти. Лучше выходим. Сакру, давай. Помните, как мы пытались слить этих мобов точечно, да? Тратили на это время, вайпались. О, протяжка. Зачем Гера? Не надо Геру. Няшка. Рецепт, который стоит 25 тысяч на аукционе. Да ну нафиг. Пытаем удачу. Это редкий рецепт на самом деле. Тарли, победит, повезло. Поменяешь на две багрухи. За 5 я обычно такой продавал. Зачем ты это делаешь? Куда продаваться? Справа продаем. Выжарить на алхимик. Ты алхимик, файл. Друг. Отлично, я верю тебе на слово. Рукавицы возрождения. А куда сейчас мы портуемся? Искра. Сапоги служителя. Мой бери. Какой хприст. Лист там нафиг не нужен на ПТ. Но они не шипят, там идут. Нужен дух престол. Но в этом рейде не нужен. В этом рейде много чего не нужно.
Не надеюсь это сделать. Ладно. Не умереть главное, да? Да, давай попробуем не умереть. Самое главное, на первой фазе отбежать от шокового удара на 12 метров. На второй фазе постоять в звездочке. На последней фазе тоже в звездочке. Просто постоять. И все. Даже не буду объяснять, какие скиллы использует босс, потому что я не знаю, какие скиллы он использует. Даю 500 голд тому, кто не взорвет мины. Нет, это, наверное, пошутил. Не взорвет? Неплохо. Вдруг еще сделаете, придется отдавать сколько. Каждому 15 косарей. Ладно, давайте по 100 голд. Пятьсот многовато. Двенадцать с половиной капли. 12 Ты сам забежишь, не будешь давать 500 голд. Лицо одолжить у Джайриона. Берите три ауры, тут Паладин нервничает, матерится уже. Бля, и босс и Скарлетт. Ты тоже, главное, отбеги от босса, когда будет шоколад, ладно? Подождите, не агрите вперед, иди танков. Давайте не умрем. Кидай лужу, поднимай. И таунти, 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 таунти. Все, АЛПшечки там нельзя. Кто-то запустил хардмод. Отбежали все, отбежали, отбежали. Неплохо. Это не взорвал мимо, да? Он тогда отбегал, он по мине прошелся и сдохнул. Неплохо, неплохо. Да не переживай. Ничего страшного, что ты плохо видишь, у тебя минус 9, ты не в состоянии посмотреть на пол. Это тебя камень никто не кинет. Да он мало убежал, вон где-то посмотри. Там мина достала прям до него, полетела в него. А было, было. Что ты мне рассказываешь? Заходите в центр все. Давайте быстрее, в центр. Кавабунга кричит. Кавабунга? Так, сейчас что-то произойдет. Серьезное. Он от шокового сдох. Он не от мины сдох. Ну ладно, ладно, не отбежал. Но все-таки у кота не такая уж и большая скорость, в отличие от Хурика или Ока. Почему? Так, когда я помолчу, посмотрю на вашу реакцию смекалку. Может стопануть тогда, чтобы посмотреть. Стопайте по боссу. Стопаем по боссу. Как же не сделать. О! Не стало. Киллер стал, молодец. Минус два пока. Опять этот чудак вылез с машинки. Бейте голову. А, да. Башка там появилась, бейте. А, похолодание таки не сделал. О, я сделал уничтожитель пушек, наверное. В следующем КД.
Танец похолодания, но мозг атакует. Штурмового будем убить, нет? Или оставим ачивку? Оставлю. Не надо, не пейте, пускай ему что-то сделает, ачивку кому-то надо. Бота, не бей штурмового бота. Так, выходит какой-то танкер. Достал на себе метку? Не. Достал, блин. А это кто? Сельхоз маш бил. Сельское хозяйственное машиностроение Беларуси. О, у него на спине один початок кукурузы остался, смотрите. Ну, было два на первой фазе, на второй. Он початок кукурузы запустит в комнату. Кстати, надо одновременно убить босса. Ну, то есть тело, низ, вверх. Надо делать побольше. Больше дамаги, что-то пришло. Видите, как все просто. Скарб. Отлично. Нахуй липало ролим. На мейн. Нахуй липало, значит, никто не ролит. Тогда можно на оф поролить. Март Кью. Куда идти? Обалившись. Вперед, только вперед. Кстати, а на ПТ на хила что берут аршами? Да не знаю. Повторите, это я не услышала. С йогой, наверное. Обалившись, галереи. Только вперед. На запах картошки. Ах, как смешно. Зато ты правильно пришла. Подвижившаяся галерея. Карты пошли. Казахстан. Вау. За что дали? Да с мумба выпал. Мешок выпал. Квест с Алдалона. Ключики еще дали. Сегодня настроение пойти в ВК еще. Есть такие люди? Пойдем в ИК 25. Есть.
Зачем ИК? Ну, как это зачем? Мага моего одевать. Ну, мы можем и ВК мага твоего одевать. Не, я там уже ПД. Сколько ИК? ЕП 500. За обычку? Ну, вы не ходите в обычке, когда я начал ЕП, там, ОС 25. Обычки. Ну, без РК убивать. Так я был в этом рейде. У меня есть минуты две отойти. Да, отходи. Там война началась уже, поэтому я ушел туда. Пятьдесят одна минута после убийства совета пришел. Он уже другим персонажем льду собирает, тут все ачивы фуловы. Так, три танка. Ладно, два хватит. Погнали, прыгайте. Бейте звезду, РТД тоже бейте сверху. Милики, не прыгайте. Так называется каст босса, который надо сбивать БДК. Всепрожирающая чума. Осквернение. Как он? Сводите в одну кучу их. Там вроде два каста, один человек с тьмой связан, а другой с огнем. По-моему, надо с огнем сбивать. Но это не точно. Блин, сорян, за ненаджас, я просто втыкаю уже. Ну, ты что-то не хилишь. Давайте бахните танков. Че, прыгай? Не под макрос. Не. Убить босса, уворачиваться от копий. Сможешь это сделать? Плюсаните, у кого не стоит ДБМ. Ладно, тебе можно, тебе тоже. А Фламбо, у тебя стоит ДБМ? Киллер Стар, Ламруа, Эндриага. Интересно. А галочки тоже стоят в ДБМ? Там включить ДБМ, например, галочки стоят. Вдруг там ничего не стоит.
Не забудьте заодно вступить в нашу группу ВКонтакте, там есть все подробные видео прохождения всех боссов. Вам урвала ссылка есть, Кроваж гильдия, информация, там написано ВК, есть стримы, ссылка есть. Стримов-то как... походу больше не будет. Далее какой-то в гостиной. Ну, блядь, из группы. Кого-нибудь больше? Кого-нибудь больше? Поближе. Они сразу сами. Можете их почитать, может что-то интересное найдете. Если подаете заявку, то пишите к мне киш, а то там висят 50 заявок. Каких-то китайцев. Не понять, кто это. Давайте попробуем убить мини-босса. Это мини-босс, звездочка. Теперь внимательно посмотрите, что он будет делать. Он должен кинуть копье. Черное копье. Ну или не кинет, так как вы его убьете. Фантастика, не кинул. Попробуем на другом проверить. На этом боссе можно будет колорадских жуков сливать? Зеленых, которые? Да. Кстати, не буду говорить, кстати. Почему не копье не кидать? Раньше кидал копье. Сломали. О, нет, а, блин, нет, не оно. Ну, только что хотел кинуть, блин. Так, давайте, все милики под босса, Фога под босса. Так, раз. Значит, Void, LG, Клота, Killer Star, Second Sox, за кружочком ходите. Альфари, Сержик, Суслятинка, Оливерка за квадратом. Босс танчится как на леди. То есть надо следить за агро. Если вы сорвете агро с танка, все, это считай лайф. Поэтому надо хорошо находить на Скарлет. Следить за своим агро. Вообще каску кулак обновить, по 5 минут осталось. Скарлет, следи за кастами босса и, пожалуйста, сбивай их. У тебя уже есть скилл на панели, называется заморозка разума. Когда босс кастует какой-то скилл, ты нажимаешь заморозку разума. Вот. Тут два каста есть. Надо сбивать тот, который пламя какое-то там. Кстати, там есть скилл, где надо прожиматься. Но какой же это скилл, кто-то помнит? Не помнит, да? Нет, я не стою. Босс юзает скилл, как он называется. Перед ним надо прожаться в ДК. Всплеск тьмы. Прочитай, Скарлет, внимательно. Ну, если когда будет кастовать всплеск тьмы, ты прожимаешь незыблемость. Вот это как раз второй каст. Прочитай внимательно.
хотя там физический урон увеличивается на 100%. Поэтому нужно прожаться как можно лучше. Чек. Скарлетт, начинай бой. ЛПшки кидай. Отведи его назад в мини-зону и встань во фрейм. Иди поближе, Скарлетт. Побегите. От квадрата отбежали. Ладно, не буду так говорить, от квадрата, от копья просто отбежали. Там Вёрн найдётся какой-то один. Так, отбежали. Черепок. Скоро будет метка Безликого. От меня надо отбегать. От Войда отбежали все. Видите, зеленый луч, надо отбежать от него. Отлично. Опять туда же кидается копье. Кто там улетел у нас? Такой умник. Не успел. Вот она, тебя кидается метка. Повезло. Всплеск тьмы, прожимайся. Не дело, да? Отбежали. Ну, думаю, она прожалась. Чтобы умерла. Отбежали, отбежали. Копье. Клота, выбегай с рейда, от Клота отбежать. Как бы сказал Джерри, два ханта, два роги на пола, ни хрена не. Ни хрена, наверное. Ну, видишь, почти бессмертие сделали и почти чего сделали. Почти это тоже неплохой результат, правда? Почти не считается. Считается. Почти не считается. Вот прерывание коста. С вагонами или менять? Вот. Что, давай пока думай, я покурю быстро. Можно, да? Душу, спасибо. Кто собирает на посланника эту штуку? Плюсики. Это фигня, она не идет. Так, вот это да, отдам. Лечку. Тоже на Елену пароля. Не знаю, я по ты твоим гайдам надеваюсь и канает, так что нормально. О. Ну, это Олег, всякий шаг тоже наденешь, тоже что-то. Ладно, еще. Так, Сержик. Совет надо или не? Думаю, нет. Нет. Марка потом какие-нибудь ШП, локу можно. И Верка 78, но она его продаст, наверное, в магазин. Так, напишите, кто хочет в комнату, точнее, кто был в комнате и еще у кого нету головы. Это первые кандидаты на голову
кто еще не заслакает. Экстринг, у тебя нет головы, да? Отлично. Ламура, знаешь, что в комнате делать? В общем, комнату рулят те, кто будет хорошо бить в комнате, не заслакает там. Так что, у нас будет испытание. А ты можешь попробовать свои силы. Вдруг ты прокнет. Ты выйдешь победителем из комнаты, не сможешь кинуть ровно голову. Так. Грамм. Калк в комнате был. Будешь в комнату идти? Мне, знаешь, что делать там? LG. Не молчался, ты танком останешься. Тоже порубишь голову. Тут у нас остались такие средние игроки. Так, Маш, Джаспанк хороший играет в комнате. Ты с Яринкой идешь в комнату? Жарина туда кидает. Да, ты сможешь порулить голову, если, конечно, не умрешь от контроля. Тогда, увы. Так, смотри. Альфари в комнате, 100 грамм баш. Варам еще легче, чем Элемом играть. Но в комнате. Хорошо, сейчас тогда я скажу, когда выходить. Смартке, наверное, тоже умеет в комнате быть. Скалк, давай ты пойдешь в комнату. Я тоже пойду в комнату. Так, хилы, как я, так и остаются. Танки. Немолджа, Скарлет. Блин, надо третьего танка еще. А, можно 100 граммов танка Джерриона в комнату. Как вам такая идея? 5,9 уже, господи, может топе быть. 100 грамм, давай ты в танке потанчишь трэш. Короче, смотрите, третья пати слева заходит порталы, четвертая пати справа. Да, кину. Сейчас чекну ФК. Так, баш, первый портал, экстримка, второй, сыслятинка, третий, джаспан, четвертый, вот хил, пятый. Калк, пятый твой справа, четвертый смарт кью, третий джерриан, второй эльфали, первый анекс. Теперь также заходим в комнаты, третья пати слева, четвертая пати справа, бьем трэш. Выходим с комнаты тоже, третья слева, четвертая справа. Не забываем, что в комнате надо поражать все свои девки. Хил может не захилить вас. Поэтому, паладины, у вас есть щит, вы можете под проком хильнуть себя флешкой, Крис тоже, Крис вообще не умирает там. Две роги могут прожать кош, Пурик прожать хилку. Эле может себя подхилить малой волной исцеления. Паладины может нажать бабл, пробежаться под баблом, побить черепа. То есть комната вполне жизнеспособная. Только, пожалуйста, не умирайте, так как раз и не будет. Те, кто не заходят в комнату, ваша задача на второй фазе. Эмилики сливать мелкие щупальца, РДД большие. Ну, это когда весь рейд остается вне комнаты, ждут порталов. Когда мы заходим в портал, уничтожаем черепки. Большие щупальца обездвиживаются, тогда милики тоже можете их бить. Так. Скарлетт Ди, ты тут первый раз, да, танчишь?
Плюсик поставь, минус там. Что-нибудь поставь. Она ничего не поставит. Первый. Так. Твоя задача на первой фазе ловить мобов возле вот этой тетки Сары. Ты, наверное, видела, как танки танчат? Три танка там стоят с мимиками. Ловишь мобов, сбиваешь им косты заморозкой разума. Первая фаза. На второй фазе ничего особо не надо делать. Можешь побить щупальца. На третьей фазе тоже будут появляться мобы. Ты просто их таунтишь на себя и отводишь от босса к воротам, там, где мы сейчас стоим. Катишь, прожимаешься и, конечно же, не забываешь отворачиваться от этих молний босса, взгляда босса, взгляд, который наносит по тебе урон, и ты теряешь стаки здравомыслия. Потеряешь все стаки, уйдешь в контроль. Будет плохо. Ладно. Что там по бафам? Чек. Калетти — это Эндриага же, да? Да-да-да. Она же была здесь уже за друидами? Да. Ну то есть ты знаешь, что надо все время спиной танчить к боссу. Ты ж вот так вот бегаешь. Сейчас покажу. Вот, вот так вот. Головой вперед на ворота. Мимики. И оковы кидай, по-моему. Мимики, первая фаза. Говорю, Ник, вы выбегаете, ну, на вас вешается дебаф, я говорю, Ник, вы быстро выбегаете в РДД-зону. Ждите, пока дебаф спадет, возвращайтесь и 5 минут в зону бить босса, мобов. Вот так вот. Пошли, попробуем. Попробуем перевести первую фазу. Дисконт? Нет? Да, диск. Ну, все равно бьем. Первый моб вышел. Звезда. Мимик из-за дебафа. Ламруа, ничего страшного. Нет мимика с дебафом. Не щадите их! Бейте без промаха! Че ю-бум-бум делает? Не бегай, положим. Стой там в центре. Может, он тролль? Звезду бьем, потом следующего моба. Кого-то тоже. Звезда, кружок, квадрат. Не щадите их! Бейте без промаха! Ненависть и ярость направляют ваши удары! Скарлетт, прожимай сакру, а не молджас сейчас. Добивайте череп. Звезду. Потом кружок. Падаем? Не. Кружок добейте. Да, много. Падает, падаем? Да, падайте. Это шляпа. Там бегают. Люди просто активируют эти лужи кучу раз. Я не сказал просто, что нельзя бегать. Видели, лужи появляются на первой фазе. Если в них наступить, побегать. Если диван дать, не... нормально будет все? Нет, не надо кидать диван. Убираем сразу, не держим время. Тянем время. Ю-бум-бум, не бегай по лужам, ладно? Да, не придется тебя менять на другого человека. Я, видишь, просто не знал этого. Я об этом не сказал. Я нехороший играл. Дверка не зайдет, да, уже? Нет.